Вітаю, це програма «Відповідальність». Тут ми говоримо про важливі для людей питання і шукаємо не тільки відповіді, а й відповідальних. Сьогодні говоримо про податки 2019. За що та скільки платитимемо, зараз поговоримо з головою опозиційного уряду Борисом Колесніковим. Борис Вікторовичу, доброго дня. Доброго дня. Замість податку на прибуток, податок на виведений капітал. Поясніть, будь ласка, простою мовою, що саме зміниться та що це означає для простого українського підприємця? Ну, якщо смотреть внимательно закони, які прийняті, там нет. Ничего, там сохранился закон на прибыль, еще и налог на прибыль, еще от него ожидают увеличения поступлений. Налог на выведенный капитал. Такая система работала в Соединенных Штатах в 60-е годы, немножко видоизменили ее. Смысл, если вы не берете деньги из, как говорится, из своих доходов, из своей прибыли, а оставляете на развитие компании, то вы не платите, соответственно, налог на прибыль. Если вы выводите капитал, значит, вы платите налоги. Такая система работала в США, но она была более жесткой. Если вы в течение одного квартала не выводите прибыль, значит, вы не платите налог на прибыль. То есть каждый квартал вы должны инвестировать, тогда у вас будет льгота. Но пока это осталось в теории, судя по бюджету. Які ще зміни у податковому кодексі можуть позначитися на звичайному підприємці? Ну, Запад і Мировий банк, і многие эксперты говорят о том, что не налоги нужно менять, а для того, чтобы страна эффективно развивалась, для этого все должны платить налоги. Получается, на дисциплинированных плательщиков налогов приходится все больше и больше, а на тех, кто налогов не платит, он их и не будет платить. Как вот наши власти боролись с контрабандой, вот вчера встречались с знакомыми, с друзьями из любого предпринимателя из малого бизнеса. Они раньше за одну машину брали $1000, после того, как власти начали бороться с контрабандой, теперь берут 1300. На самом деле, если все говорят, что половина экономики Украины находится в тени, то бюджет должен быть не 1 триллион гривен, а, соответственно, 2. И это огромный, это почти 40 миллиардов долларов. Мы каждый год недополучаем свой внешний долг. То есть мы на протяжении одного года можем отдать все долги и забыть о этой долговой яме, в которую, как говорил Остап Бендер, финансовая пропасть самая глубокая в мире, и в нее можно падать всю жизнь. Поэтому эффективно страна может развиваться тогда, когда налоги платят все. Это первое. И второе, когда власти не без, как говорится, бесконтрольно их расходуют. Смотрите, за последние 4 года бизнес-климат ухудшился, кредитов нет, если есть, они недоступны по цене. Но за это время открыли НАБУ, САП, пытаются открыть антикоррупционный суд, открыли Государственное бюро расследований. То есть открыли еще кучу, как говорится, вымогателей в погонах. Вместо того, а что закрыли взамен? В МВД как была экономическая служба, так она и есть. В СБУ как была, так она и есть. В ГПУ как была. Это не функции вообще. Все финансы должны быть в Минфине. У Минфина может быть НАБУ, как специальная секретная служба. Но все деньги должны быть в том месте, где отвечают и за доходы, и за затраты. Поэтому власть не только недополучает половину бюджета, но еще неэффективно расходует то, что им платят налогоплательщики. Ведь Маргарет Тэтчер о чем говорил? Нет никаких бюджетных денег или государственных. Есть деньги налогоплательщиков. Поэтому здесь нужно протягивать руку бизнесу, чтобы выйти из тени и эффективно, то есть повышать доходы страны и эффективно использовать то, что платят сегодня. Как самое протягивать руку бизнесу? Якісь є схеми? Прежде всего, почему не идет капитал? Потому что нет защиты, то есть нет честных судов. Это первое требование всего мира, как отечественных бизнесменов, так и западных. Нет справедливых судов. У вас могут отнять любую собственность элементарно, без всяких двумя-тремя судебными решениями. Здесь за почти 5 лет не сделано абсолютно ничего. Поэтому на сегодняшний день боятся, как говорится, вкладывать деньги, и из-за этого нет зарплаты, из-за этого люди уезжают. Это же замкнутый круг. Если страна не развивается, то есть украинские предприятия не могут платить такую зарплату, как польские.
Потому что они недоинвестированы. У них нет такой автоматизации, чтобы количество людей было меньше, а выработка была больше. Поэтому первое, что нужно сделать для... Как протянуть руку? Во-первых, прогарантировать, что государство будет получать налоги со всех. То есть важен не размер налога, хотя он тоже для развивающейся страны очень важен, а то, что все ваши конкуренты заплатят эти налоги. Иначе бизнес будет, ну, абсолютно... И сократить все государственные расходы, показать бизнесу, что мы отказались от всего. То есть мы отказались от этих дворцов на Крещатике министерских, отказались от облгосадминистрации, райгосадминистрации, отказались от абсолютно неэффективных рычагов управления. Поэтому, пожалуйста, заплатите налоги, потому что это идет на социальные нужды наших граждан. А кто не заплатил, если хотят жить, как в Соединенных Штатах, так там вы знаете, что там за убийство можно получить от 7 до 12 лет, а за налоги от 50 до бесконечности. Уряд оголосив так звану війну чорним зарплатам, тобто зарплатам у конвертах, і встановив величезні штрафи. Чи допоможуть тільки штрафи у таких розмірах? І скільки потрібно часу, аби все ж побороти цю проблему? Власті займаються, роздають штампи. Ми вже говорили за контрабанду, що вона після... Борьбы только началась. Где вы окружите сейчас силами налоговой администрации любую киевскую крупную стройку? И вы на одной стройке увидите 200, 300, 500 нелегально работающих людей. Это не вина работников. Отвечать должны работодатели, которые не хотят платить налоги. Вы на любую стройку придите, 17-20 тысяч гривен зарплата, 10-12 часов рабочий день, налогов ноль. Я не знаю, кому власть объявила войну с черными зарплатами. Если в километре от банков и Кабмина находится на любую крупную свою площадку, зайдите и проверьте. Возьмите 10 телекамер и покажите, как вы объявили войну. Чому, на вашу думку, владі не вигідно розкривати такі схеми дійсно за законом? Я не знаю, понимаете, нет системы власти. Непонятно. То есть все функции задвоены. Налоговыми преступлениями экономическими занимаются 5 ведомств. Одним и тем же бизнесменом малым могут заниматься 10 служб. Служб уже скоро будет больше, чем бизнеса. Неэффективное управление. Это самая большая болезнь нашей страны. На вашу думку, в нових податкових умовах, тобто наступного року, простіше стане розвивати бізнес, ніж, наприклад, 2017? Нічого не зміниться. Взагалі нічого не зміниться. А що, собственно говоря, змінилося? Не ходять банди силовиків, не отнімають бізнес? Ось, смотрите, вчора відомий застройщик Хитаян обратився до президенту. Вон, застройщик строїть дома і відказується давати взятки СБУ. А де реакція власті? И вообще, какое отношение СБУ имеет к застройщикам? Ничего не изменится. Тут обиднее всего то, что президент нашей страны, он пришел из бизнеса, из большого. И он, как никто, знает, что такое силу своим силовым структурам. Вместо того, чтобы их, все, кто не приходит к власти, вместо того, чтобы уничтожить эти структуры и заставить работать на пользу обществу, все пытаются сделать их своими. Ну, своими все закончили плохо, я вам хочу сказать. За последние 13 лет все президентские сроки заканчивались плохо. Или очень плохо. Вот это результат. Отвечать же. А эти все, всех устраивают. Всех этих силовиков все это устраивает, понимаете? Они перебежали от Кучмы к Ющенко, от Ющенко к Януковичу, от Януковича к Порошенко. И всех устраивают, понимаете? Они вечны. Пока бульдозером не зачистят это поле, Украина скорее скончается, чем наша сегодняшняя власть заставит силовиков работать только в том поле, которых определило право украинское, конституция и закон. Это самая главная проблема. А что изменится с нового года для физических осіб? Ну а что для них? Ну, для налогового, как говорится, изменения налогового кодекса, они несущественны. Что там есть изменения по недрам, по всему. Налог 18%, плюс военный сбор 20%. Для развивающейся страны многовато. Если половина зарплаты в тени, значит вы не получаете еще один бюджет. А здесь в Болгарии Евросоюз предложил
удочку вместо рыбы, потому что так легче развить было Болгарию, чем давать бесконечную помощь. Там налог был 10 НДС, 10 налог на доходы физических лиц и 10% налог на прибыль. Оптимальная ставка в Украине сегодня была 15. Вполне разумная. 15 НДС, 15 на прибыль и 15 или на выведенный капитал, не имеет значения. И 15 налог с доходов физических лиц. Это был бы стимул к обелению бизнеса. А податок на так звану розкіш, там транспортний податок, на багаж посилки, це новий податок. В умовах да, там є касательно НДС, ну, понимаете, получается, тогда торговля отечественная умрет. Если не будут брать НДС с посылок с новыми товарами, то какой же смысл тогда в торговле в такой, которая платит налоги здесь, которая туда устраивает людей, открывает магазины, торговые центры, если можно по почте получить без налога? Ведь любой официальный дилер любой компании, известной или неизвестной, он растамаживает свой товар. Поэтому НДС на посылке – это вполне объяснимо. Ходили чутки протягом цього року, що влада хоче передати податкову відповідальність кожному фізичному лицю особисто. Як ви вважаєте, в нашій країні це взагалі можливо? Люди платитимуть? Чи так само приховують? Ну, це весь мир. Це не тільки. Це Україна последняя в цьому списку передачі. Зараз ви, виходить, довіряєте своєму бухгалтерії, своєму підприємству, щоб з вас висчитали 18%. Іменно о них йде річ. И вы сами, и предприятие само перечислило автоматически. Это же ваше добровольное желание. Вы можете не доверять предприятию, работодателю, а сами платить. Но я считаю, что, ну, наверное, немножко преждевременно это все-таки. Но с одной стороны, с другой стороны, да, человек понимает, что он получил 10 тысяч гривен. Вот он физически ощущать это будет. И 1800 он должен отнести в налоговую, заплатить налог. Тогда, может, у него возникнет вопросы к власти. А на что вы тратите наши деньги? Так точно работодатель. Вот за каждого работающего начислили 10 тысяч. Еще 2200 нужно перечислить в так называемый социальный фонд. Но на самом деле львиная доля это социального фонда. Это пенсионный фонд. Так вот получается, сегодня в стране, вот если посмотреть реестр Центра избиркома, 29 миллионов людей осталось, избирателей, как пишут. То есть люди 18 и старше. Их всего 29 миллионов осталось. Из этих 29 миллионов почти 14 миллионов пенсионеров. Понимаете? 7 миллионов находятся за рубежом. Значит, 29 миллионов отнимите 7, осталось 22 миллиона. Вычтите 14 миллионов пенсионеров. Остается 8 миллионов работающих людей, должны обеспечить 14 миллионов пенсионеров. Если мы не вернем наших соотечественников в Украину с хотя бы восточноевропейской зарплатой, страна просто умрет. Нет ресурсов выплачивать социально обязательные платежи, то есть пенсии. 8 миллионов работающих никак не могут прокормить 14 миллионов. Вот это самая большая, как говорится, трагедия нашей страны на ближайшие 5-6 лет. Дякую за розмову. Це була програма «Відповідальність», де ми шукали не тільки відповіді, а й відповідальних. До побачення.